Новый год – это сказочный праздник, когда не только дети, но и взрослые на какое-то время становятся маленькими и начинают искренне верить в чудеса. В преддверии Нового года во Дворце культуры «Спартак» для детей-сирот, воспитанников реабилитационных центров и детей, отличившихся в учебе, прошла новогодняя сказка «Снежная королева», где каждый из присутствующих смог почувствовать себя как в настоящей сказке. Поздравить гостей пришел первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. У нас начинается череда мероприятий. Вот сегодня и до 31 числа в городе будут проходить массовые мероприятия, связанные с этим днем. Еще раз поздравляю всех детей, родителей, асаютовцев, гостей города с наступающим Новым годом. Желаю вам всех удачи, здоровья, всех благ. Каждый год традиционно работниками Дворца культуры «Спартак» проводится новогодняя сказка «Снежная королева», где принимают участие все юные воспитанники творческих кружков. Главными героями мероприятия стали сказочные персонажи Кай и Герда. Первый день сказки приурочили к предстоящему году театра, который будет отмечаться в 2019 году. В эти новогодние дни у нас проходит зимняя сказка «Снежная королева». Организован коллективом Дворца культуры «Спартак» при поддержке администрации города Хасавюрт. Ну, конечно, оцениваем мы, у нас своя оценка, как у организаторов. Но, в принципе, если судить по эмоциям зрителей, которые сидели в зале, прошло все на неплохом уровне, на хорошем уровне. Жители города Хасавюрт, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в следующем году здоровья, материального благополучия, чтобы в ваших семьях все было хорошо и чтобы сбылись все самые заветные ваши мечты. Кульминацией праздника стал выход сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки. Дети рассказали стихи и получили свой заветный подарок. Стоит отметить, что новогодняя сказка во Дворце культуры продлится до конца текущего года. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».